Спасибо большое. Я тогда передаю Роме слово, и вот наши такие встречи, они станут регулярными. Спасибо. Разбудить. Я видел некие кивающие головы. Да, я сидел сзади, смотрел. Скажите мне, пожалуйста, 4 основные пункта, о которых сказала Надия. Пожалуйста, не подсказывать. С чего все началось? Какой был первый месседж? Супер. Первый один. Мы разные, но мы команда. Нас объединяет одна цель. Для того, чтобы цель достичь, что необходимо? Супер. А стратегия – это что? Это неплохо. Что такое стратегия вообще, общими словами? Ира? Хорошо. Стратегия – это система. Правильно? Система – это труд каждого. И что мы ждем от каждого из вас? Чего? Участие и результат. Участие и результат. И самый главный месседж, который был сделан, что? А еще? Мы можем. Точно. А еще? Спокойство. От чего надо отказаться? От чего? Личных действий. От личных действий? Супер. Отлично. И самая главная цель, она какая? Достижимое, конечно. Вот, мне кажется, очень важно, что мы начали именно с этого, потому что именно вот этому всему, вот этим главным основным моментом, я хочу, чтобы они у вас остались в голове. Безусловно, вы что-то записывали в процессе, я это видел. Потом возьмете, обдумайте, когда вернетесь к себе в свои кабинеты, там, не знаю, open space. Я не был, кстати, не знаю, как вы тут сидите, но еще будет возможность посмотреть. А сегодня мне бы хотелось поговорить с вами вот о очень простых вещах. Два слова буквально скажу себе. К счастью, часть из вас знает меня. Меня зовут Роман Дусенко. Последние, наверное, там 14 лет я занимался банковским бизнесом, прошел путь от заместителя управляющего доп. Офиса в маленьком городе, который называется Комсомольск-на-Амуре, до председателя правления и совладельца нескольких банков. Я занимался тот Росбанк, который есть, мы делали его моими руками, в том числе с точки зрения людей. Когда-то Росбанк это был один маленький офис на Маше Порываевой, а мы приклеили к нему региональные банки, 8 региональных банков, это примерно 15 тысяч человек, и Росбанк тот, в котором формате он есть, это вот детище наших рук, мы делали этот проект с 2004 по 2006 год. OTP-банк, я уверен, что тоже знаете такой банк, мы его создавали, задача была сделать крупнейшую сделку на российском банковском рынке, примерно 450 миллионов долларов была сделка, мы создали крупнейший российский банк и продали его венгерскому холдингу OTP. Я занимался как процессами создания банка, как процессами продажи, интеграции венгерского менеджмента сюда и адаптации их стиля управления. После этого нам понравилось покупать, продавать банки, и мы с небольшой командой купили свой собственный банк в разгар самого большого ипотечного кризиса 2007 года. Мы хотели сделать ипотечный банк. Так я оказался в Краснодаре, где прожил 3,5 года, но в результате нам удалось продать его и сделать из него реально работающий банк с коэффициентом 3. Мы продали его польскому холдингу Getin Holding. После этого я занимался несколькими слияниями и поглощениями, но мне это все надоело после того, как мне захотелось открыть бизнес-завтрак. И если вы найдете, откройте Google и наберете бизнес-завтрак, первое, что откроется, бизнес-завтрак с Романом Дусенко. Порядка 200 мероприятий мы провели. Арсен, который здесь снимает сейчас это видео, потом вы с удовольствием его посмотрите, был самым первым и до сих пор остается моим оператором, который мы снимали все гостей. Мы видели очень много успешных людей. И Надию несколько раз приходила к нам. Потом мне захотелось делиться опытом, понимание того, как люди достигают успеха. Мне хотелось достигать успеха, чтобы каждый из вас мог достигнуть успеха. И так родились консалтинговые проекты. Самый большой, самый крупный, я считаю, самый успешный, опять же, мы сделали с Надией в прошлом году вместе с частью тех, которые здесь находятся, в банке ВТБ-24, он назывался 219 дней. На этом вкратце все, поэтому переходим к основному вопросу. Как мы уже все сказали, вы все здесь разные. И не было другого способа, как не приклеить эту тему к недавно закончившемуся чемпионату мира по футболу. Я здесь привел снимок с трибуны стадиона, но, знаете, это было похоже везде, и в аэропорту, и на улице Никольской, когда здесь где-то слышалась мексиканская речь, там говорили по-французски, здесь говорили, на удивление, еще и по-русски в том числе. Все мы разные, но давайте посмотрим, что есть фактические атрибуты, которые показывают нам всем, что мы команда. Эти атрибуты я вас спрашивал, вы мне их назвали. Наличие лидера, наличие цели, и мы все здесь вместе. Не важно, что пока мы все говорим на разных языках. Со временем мы научимся это делать. С
самым лучшим способом, опять же, трансформации команды и примера о том, как происходит трансформация, мне бы хотелось привести пример футбольной команды. Ведь что такое футбольная команда? Это когда постоянная работа и показывается результат. Там нельзя не показать результат. Либо он есть, либо его нет. Поэтому наша цель с вами посмотреть, а что нам необходимо сделать, чтобы та команда, которая есть сейчас, где вы пока говорите на разных языках, стала действительно одной целой, одним ядром, где убрались все ограничения, где нет невозможных, где мы отказались бы от разных ограничивающих штампов. Для этого необходима культура. Именно об этом мне бы хотелось сегодня поговорить, но прежде всего, мне бы хотелось спросить, а при чем здесь бизнес? Ведь мы же с вами работаем в банке, мы можем рассказывать интересные истории. Моя задача постоянно делать перелинковку от игры к футболу, от футбола к бизнесу и показывать, что правила, по которым живет футбольная команда, о которой мы сегодня будем с вами говорить, очень похожи на то, что будет делаться здесь у вас. Если у вас будут какие-то идеи, записывайте их, мы с вами их обсудим еще и в процессе. Итак. Честно говоря, до этого момента, я вам признаюсь, я не любил футбол. Я не бегал во дворе с мячом, я сидел с паяльником, паял радиоприемники. Мне было интереснее слушать. На моих стенах не висели плакаты футболистов, там висели вырезки из журнала «Браво», Depeche Mode, E-Rager, Ким Бейсинджер, конечно же, Микки Рурк, Сильвестр Сталлоне. Вот в этом всем я жил. Но так получилось, что футбол нахлынул в нашу страну, и я обещал своему сыну сводить его, и оказался один раз на стадионе. Мы попали на самую скучную игру сезона. Это был матч Франции и Бельгии. Дании, точно. Франция и Дании не забили ни одного гола, но была классная атмосфера. Я честно выполнил свой долг и спокойно продолжал заниматься своими делами. В это время мы находились с семьей в Греции, как раз когда начался чемпионат мира по футболу. После того, как русская команда, российская сборная выиграла у Саудовской Аравии, ко мне подходили французы и говорили, ну что, купили? Я говорю, конечно, чемпионат один, команда одна. Деньги пока есть. То же самое повторилось и после второго матча. Но я, честно говоря, даже и не смотрел их. Но когда я вернулся, я заметил, что стали происходить определенные изменения. Давайте поговорим, какие. Говоря о том, что я не люблю футбол, я хочу вам сказать следующее. Я очень люблю бизнес и очень люблю менеджмент. И для того, чтобы не задерживать вас время, я очень кратко в одной фразе, в одном предложении скажу сутевую вещь, которая, в принципе, объясняет весь менеджмент. Наша цель – создать ту среду, в которой у вас появится новый образ мышления, который вызовет новые модели поведения, и мы сформируем правильный новый результат. В принципе, все. И теперь вы меня, если бы это был тренинг, а вы бы были руководителями предприятия, вы бы меня спросили, Роман, а как это сделать? И вот давайте теперь посмотрим, что произошло и каким образом нам всем показали, как это можно сделать. Эй. Сейчас, одну секунду, почему-то не переключает. Вот. 1 июля 2018 года команда сборной России совершила чудо. Если бы сказать просто, что чудо совершилось, это не так. Команда создала чудо. Они всем нам показали, что можно выигрывать. Они всем нам показали о том, что не существует преград. Как это произошло? Давайте посмотрим более детально и разберемся. А кто же являлся противником, собственно говоря, нашей команды? Испания. Как мне сказали специалисты, это Испания, это страна с глубочайшей футбольной культурой, где поля находятся в каждом городе, в каждом районе, где с маленьких лет ребенок идет в футбол, потом попадает в юношескую сборную, потом в сборную дублирующую состава, потом в клубы. Это система подготовки звезд, где на национальном масштабе футбол признан философией. Мы были, опять же, с сыном на базовом стадионе команды «Барселона», «Барса», стадион «Камп Ноу», и я обратил очень важный момент. Все, что там сделано, все организовано по законам бизнеса. Что же такое испанская сборная? 23 человека. Совокупный доход и контракты этих людей превышают внешний долг некоторых республик нашего бывшего СНГ. Это люди абсолютно все разные. Они играют за разные клубы, у них разная техника, но они команда. Причем команда, которая построена по принципу побеждать. Я никогда раньше не вглядывался в лица фотографии футболистов.
Но это лицо меня заставило задуматься. Серхио Рамос. Вот если серьезно, вот в этот момент подойти к нему, то, наверное, испытываешь только одно чувство. Чувство страха. Он движется по полю, как победитель. Он выражает всем своим видом победу. Он ориентирован на победу и не признает никакого другого способа ведения игры, кроме как победа. Я уверен, что игроки, встречающиеся с ним на поле, хотели бы отвести глаза. Но это не получалось, и поэтому вратари с тренерами просматривали десятки часов видео, прежде чем подготовиться к тому, что будет происходить. В принципе, это можно сказать обо всех игроках испанской команды. Команда, выходящая навстречу к испанской команде, психологически была готова проиграть. Любая. Поэтому испанцы чувствовали себя великолепно. Итак, давайте посмотрим, а что же, собственно говоря, у нас есть? Есть страна, есть команда, есть лидер, есть среда, а самое главное, формируется система. Все то, о чем мы с вами говорили перед самым началом нашего разговора. Итак, бизнес без системы не построишь. И еще, это, знаете, вот выйти против такой команды, это сродни фантазиям или представлениям о том, что когда я был маленький, я говорил, я хочу быть космонавтом. На меня родители смотрели, снисходительно улыбались и говорили, да, конечно, может быть, ты будешь космонавтом. Но по факту никто космонавтом не стал. Ребята, какой космос? Наша сборная, потерянная между где-то 6-м и 8-м десятком, рядом с Тунисом, накануне чемпионата мира. Перед ними стояли огромные задачи, они их выполнили. В принципе, мы вышли из группы. И как сказал потом Черчесов, ему звонил Путин, говорит, слушай, ты задачу выполнил, все, можешь расслабиться. Пора вылетать. Это был самый главный, в принципе, подход. Мужчины, сидящие здесь, мне согласятся с тем, что в принципе мы все на это рассчитывали. Вышли из группы, прекрасно. Все, можно собираться домой. С кем играть? С Испанией? С Серхио Рамосом? Да вы что? О чем речь? Где мы и где они? Испания – супер-пупер держава. Большие дяди российского футбола, вообще мирового футбола. И мы, маленькие дети в российской сборной. У нас не было никаких шансов. Все говорили, куда вы идете? Самое главное, что это очень хорошо проявилось в очень тонком моменте. Когда я готовился к этому мероприятию, мы с Надеей почитали одну очень интересную статью. И я подчеркнул оттуда много интересных фактов. Например, Испания считала, что это Россия у нее в гостях. Именно поэтому одели свою красную, желтую форму. Это была форма национальной сборной. Именно в ней они хотели праздновать победу. Мы же были вынуждены играть в белой форме. По большому счету, красной фурии, так называют испанскую команду, на ужин подавали новое блюдо – сборную России. Что мы могли противопоставить этому? Играть, как они, с точки зрения опыта? Нет. Играть, как они, с точки зрения скорости? Нет. Играть, как они, с точки зрения мастерства? Нет. И тренерскому штабу и всей сборной была главная задача. Надо дать что-то другое, нечто. И здесь было найдено решение. Это общие ценности. Это как помните, когда сказка «Волшебник изумрудного города», где лев хотел сердце, дровосек хотел ум, а пугало хотело перестать бояться. Элли хотела попасть домой вместе с Татошкой. Каждый хотел получить что-то свое. Но в целом их объединяли общие ценности. За них они готовы были стоять. И еще очень важный момент. Говоря отрывочными фактами, сборная Испании, сборная России, они хотели, это нам кажется с вами, что это обрывочные данные, потому что у нас была своя жизнь, мы смотрели телевизор от раза к разу, а у них это была работа. 50 дней ежедневной работы с ценностями людей для того, чтобы сформировать именно то самое главное, то противопоставляющее испанской сборной решение. А этим был неизгибаемый дух и вера в победу. Ожидание от матча. Когда я кого-то спрашивал о том, как ты думаешь, как будет результат матча, если я слышал в ответ, например, 2-0, я говорю, что наши выиграют, только слышал вздох. Опять же, возвращаясь к коммерсанту и к журналисту, который я писал, он был в правительственной ложе. Единственное, что его поразило, это, знаете, такие полуулыбки. Полуулыбки, которые снисходительно показывали, что они готовы смириться с поражением. Полуулыбки, которые говорили о том, ну какой смысл дергаться, ведь это же Испания. Полуулыбки, которые говорили, ну
что сделаешь? И эти 11 человек, которые находились на поле, не были сборной России, не бились за нас, не бились за Россию, а пришли просто немного повеселить или их попечалить. Когда заиграл гимн, испанцы стояли обнявшись, но стояли молча. Когда играл гимн России, наша команда пела. И это придавало определенную веру в то, что что-то меняется, что происходит немного другой подход ко всему, что мы привыкли видеть раньше. Слова гимна помогали нам прочувствовать, что это не бой между Испанией и Россией, а это бой как человечество с инопланетянами, где мы должны отстоять свою землю, свою, потому что это наш чемпионат, и нам хотелось победы. Славься, страна! Мы гордимся тобой. Не было только президента. И это говорило о неких сложностях, которые могли быть в результате матча. И начался бой. Настоящий бой. Это не была игра. По лицам наших участников, по лицам наших футболистов было видно, что это борьба за игру. Это борьба за страну, за каждого из нас. Как сказал позже Артем Дзюма, они договорились, что если кто-то упадет, они будут его поддерживать. Система управления команды была создана таким образом, что каждый понимал, что должен делать непосредственно он, для того, чтобы в результате получилось общее дело. Они сражались за каждый клочок этого поля. Они сражались, и именно дух, который они показали, несгибаемую волю, желание к победе, вера в то, что все возможно, позволило добиться этих результатов. Знаете, если рассматривать человека, который одухотворенный, который исповедует в жизни правильные принципы, то можно сказать, что у этого человека есть стержень. Эти люди живут с высоко поднятой головой и встречают проблемы, которые происходят по жизни, совсем по-другому. Жизнь, она марафон, это длинная дистанция. И даже, казалось бы, сегодняшняя большая проблема, она в масштабах жизни является лишь маленькой проблемой в жизни вообще. Именно этот подход позволил посмотреть, что эта игра важна. Нам очень важно победить, нам очень важно проявить этот стержень. И знаете, я пересматривал эту игру, когда готовился к выступлению, и это у меня уже второе выступление, ровно неделю назад я рассказывал эту презентацию в первый раз. Я посмотрел матч 3 раза, и каждый раз я чувствовал, что у нашей команды этот стержень есть. Побеждает тот, кто ни у кого есть все ресурсы. И в бизнесе это в первую очередь проявляется. А тот, кто больше всего хочет победить и больше всего верит в победу. Мы играем за вас. Ребята верили в победу. Именно поэтому у них и был этот баннер, который они показывали нам, что они играют за нас. Очень важно, что они смогли изменить страну за один вечер. Это тренинг, который провела российская сборная всем нам. Ни одной политической партии не удавалось так быстро отформатировать страну. Что происходило в этот вечер на улицах? Вы все помните, скандировали «Россия! Россия!». Моей маме 69 лет. На следующий день она призналась мне, что она поехала на охотный ряд и хотела испытать эту радость общения, где было все абсолютно безопасно, где царил позитив, где мы все выражали свои эмоции. Мы радовались за нашу страну. Мы все скандировали название нашей страны. Как давно вы вспомните, что вы в своей сознательной жизни шли бы по улице и говорили слово «Россия». Причем не про себя тихо, чтобы вас никто не услышал, а кричали. Причем это делала вся Москва. Этот матч показал нам, что вполне возможно обновление программы. Что такое обновление программы? Это когда программа устанавливается заново, упраздняя ошибки. Это значит, что нет больше никаких ошибок. Нет больше никаких преград, нет больше планок, нет больше больших дядь футбола. Есть реальные возможности, когда можно достигать поставленные задачи, но это большой труд.
Обновление программы дает возможность получить новые ресурсы, новые программные возможности. Именно это и произошло. Возможно, все. Это самый главный месседж, который послала нам сборная России по футболу. Нет больше никаких преград. Возможно, все в каждом отдельно взятом случае. Если сейчас посмотреть на плачущего Рамоса, то можно сказать следующее. Целеустремленность, вера в победу, ценности позволили противопоставить машине, футбольной машине испанской сборной, ценности и русский дух. Независимо от той национальности, которой принадлежал человек, это сборная России. Именно так мы противопоставили наши задачи и заставили плакать испанскую сборную. Они плакали, уходя с этого поля. Это было разочарование, это было тот момент истины, который мы все пережили с вами. Радость победы. Но давайте на секунду вернемся назад. Все ли было так просто и с самого начала ли мы верили в то, что так происходит? Что думали мы и что происходило в команде? Первый матч. Россия-Саудовская Аравия. Кто помнит картинки, которые гуляли по интернету? Когда Путин пожимает руку шейху, надпись «Деньги переведены». Следующий мем, который я помню, это, господи, нашей сборной дали 5 голов. И надо же было так безрезультатно их потратить в первом матче. А песня группы «Ленинград», а песня Слепакова, это говорило о нашем отношении к ним. То же самое происходило примерно на матче России-Египет. А вот матч России-Уругвай позволил всем нам вздохнуть свободно. Ну, наконец-то, пузырь лопнул. Это наша сборная. И именно так они играют 3-0. Ну, что вы от них еще хотите? Но! Мы с первой секунды знали, не с минуты, а с секунды, когда заступили в сборную, что мы хотим и куда мы идем. Нам, слава богу, это удалось. Все это время шла работа. В сборной, как сказал Черчесов, это была работа, которая с первой секунды знали, что нужно делать. Все то, о чем мы с вами говорили. Мы разные, они тоже были все разные, но одни команды. У них есть стратегия, у стратегии есть цели, есть четкий срок, есть четкие задачи и есть ценности. Каждый получил то, что он хотел. Когда говорят, что в команде существует понятие «любовь», когда люди гордятся друг другом, это дает возможность совсем по-другому смотреть на жизнь. Слова, которые сказал Черчесов, «пока матч не закончен, никто не выиграл», мне кажется, можно поставить лозунгом любого бизнеса, любой бизнес-игры. Это важнейшие слова. Что происходило? Мне специально захотелось поставить песню группы «Сплин» «Гни свою линию». В течение всего чемпионата российская сборная, сборная России показывала, что они на самом деле хотят. Неважно, это был выигрыш или проигрыш. Даже проиграв Хорватии, они победили. Они стали героями наших сердец. Интернет был заполнен как раз уже совсем другого типа сообщениями. Вы герои, вы молодцы. Мы любим вас, мы гордимся вами, вы прекрасная сборная, вы наша сборная, вы сборная России. Как быстро изменение модели поведения могло поменять модель представления и образ мышления людей. Но все началось с другого. Сначала произошла та же самая работа внутри команды. Потом они стали формировать новое поведение. Они достигали нового результата. А мы с вами были в роли огромного стадиона, на котором выступает Тони Робинс. В этом смысле это была наша российская команда, где мы пришли, не веря ни в себя, ни во что. Постепенно происходящая трансформация в нас позволила нам поверить в победу. Позволила нам ощущать, что нет преград. Позволила нам верить в то, что все возможно. Это были те же самые парни, те же самые, которые с самого первого дня заступили на чемпионат. Это были те же самые люди, но
у них изменилась модель представления о мире, они стали по-другому вести и дали нам новый результат. Изменение образа мышления меняет поведение и дает новый результат. Я верю в то, что смотря этот матч, какой-нибудь мальчишка в маленьком провинциальном городе вдруг поверил в то, что все возможно. Мы поверили, все возможно, мы изменились. Засыпая, страна проснулась другой, в совсем другом формате. И это можно транслировать на любую обстановку нашей в мире. Это и санкции, и экономика, и работа, все что угодно. Отношения друг с другом. Это важный момент, и все изменилось. Нет больше никаких преград. Только своей работой хорошей заставить в себя поверить, и не просто поверить, а влюбиться. Нам это удалось, и сейчас вся страна знает, что такое сборная России. Действительно повернули сознание в лучшую сторону. Я знаю и верю в то, что люди меняются. Я каждый день работаю с людьми. Разные запросы. У кого-то боль одна, у кого-то боль другая. Но в принципе все люди, обращающиеся ко мне за помощью, чтобы они стали немного лучше, делятся на две основные группы. Первые, кто согласен с этой болью и создает для себя новую реальность. Он работает с этим. А вторые согласны с этой болью, но ничего не делают. Так и остаются с ней. Выбор всегда за человеком. Нельзя напоить того человека, кто не хочет пить. Это важно. Важно то, что внутри у человека порождается желание к изменениям. Желание достигать большего. Команда показала нам абсолютно другую реальность. Реальность, в которой все возможно. Вы сейчас разные. Но то, что вы находитесь здесь, говорит о том, что вы лучшие. Ведь на самом деле, кто, если не вы, и когда, если не сейчас, когда перед вами стоит такая огромная, серьезная задача, это вызов. Та стратегия, которую сказала, рассказывала сегодня Надия, это вызов. Каждый из вас сейчас – это лидер для себя самого. Внутри себя задайте себе вопрос, действительно ли вы хотите двигаться туда. Если хотите, давайте включайте все возможности свои для того, чтобы измениться. Банк открытия. Одна команда, один банк. Спасибо за внимание. И, кстати, я полюбил теперь футбол. И надеюсь, что любовь у нас будет взаимная. Большое спасибо.